Лучший подарок из Ханчжоу. Таковым мастера по изготовлению шелковых зонтиков считают свою продукцию. Чтобы продемонстрировать ее широкой общественности, в городе открыли необычную выставку. Побывали на ней мои коллеги. Все великолепие традиционного искусства. На выставке в Ханчжоу представлены 74 уникальных экземпляра. Зонты от огромных до 2 метров в диаметре, до крошечных 30-сантиметровых. Каждый из них – настоящее произведение искусства. Сначала мы очень мелко крошим на шелковую основу бумагу, потом кладем сверху трафарет и наносим рисунок. Это делается вот таким образом. Сухие краски, и рисунок получается объемным. Трафареты вырезают вручную, большинство в единственном числе. Другая техника, пришедшая из древности и пользующаяся популярностью по сей день – вышивка. Такие зонтики можно использовать при дизайне помещения. Смотрите, какой красивый фонарь получился. С каждой стороны по зонтику. Я раньше никогда ничего подобного не видела. В 50-е годы прошлого века шелковые зонтики из Ханчжоу дарили лидерам иностранных государств или другим высокопоставленным лицам. Чтобы познакомить всех желающих с этим традиционным искусством, вход на выставку сделали бесплатным. Продлится мероприятие до 30 октября. Юлия Жень, CCTV.